А что это за лиса, которая там копается под елкой? Ася, Василиса, что ты скажешь, что там интересно? Не очень. Что такое? А елочка у нас живая, с корнями. Что ты кричишь? Что? Я просто показываю елку. Ее можно высадить потом во дворе. И очень интересно, это все лисички. Лисичка. У лисички в углу какая-то заначка. Накричала на меня лисичка и ушла.